Russia! Freedom to Russia! Freedom to Russia! Freedom to Russia! Peace for Ukraine! Peace for Ukraine! Peace for Ukraine! Peace for Ukraine! Сьогодні, 12 червня, ми зустрілися здесь, щоб змінити криваво-червону смугу на російському прапорі на мирну білу. Бо всім нам потрібен мир. Сьогодні 12 июня, це День Росії. В последнее время в этот день опять слабится война. И мы хотели своей организации Free Russia NL присоединиться к международной акции, проходящей в более чем 60 городах мира, чтобы показать, что Россия – это не Путин, Россия не есть россияне, кто против войны, кто поддержит Украину. И у нас есть альтернативный флаг бело-сине-белый, без красной полосы. Мы убрали красную линию, красную полоску на флаге, потому что она символизирует кровь и кровь украинцев.